Всем привет! Итак, наконец-то появилась эта у нас колоночка. Новинка, да? Hopstar A30. Опять от бренда Hopstar обновление, новинки по звуку, по корпусу, по маленьким ништячкам в колонках. И сейчас более подробно расскажем, наконец-то. Вот. Сейчас появилось в наличии. Значит, модель Hopstar A30. Ну, как, наверное, все понимают, ее сделали по, ну, как бы обновленной версией А20, на мой взгляд. Они похожи и по размеру, да, и по корпусу, по функционалу. Конкретно, что здесь нового? Во-первых, более удобное управление, сразу можно сказать. То есть, переключение треков вот этими кнопками. А, то есть, вот. И громкость меняется вот на эти кнопки, то есть на плюс-минус. То есть, очень удобно. Если брать А20, там все делалось на одни и те же кнопки, и как бы кнопки там залипать могли, еще что-то. Вот здесь вот более удобно в этом плане, то есть не перепутайте. Можно как давить однократно, и будет громче, так и долгим нажатием, да? Дальше. Здесь появились новые крепления для ремня. То есть в модели А20 крепления такие тряпичные, скажем так, были, да? И ремень железными вставками продевался. Может быть, ремень был чуть-чуть посолиднее в А20 даже, да? Здесь вот идет вот такой ремешочек, он регулируется по размеру. То есть можно как короткий делать, так и длинный. Но в целом тоже достаточно крепенький, да, удобно носить. И более крепкие как раз-таки вот эти сами крепления для ремня. Так, дальше. Сам корпус, то есть более интересный дизайн, что, например, в таком цвете, что в другом цвете, да. То есть нет, некоторым клиентам не нравился дизайн именно А20, да, но этот, я думаю, гораздо солиднее смотрится, да, интереснее. Нет вот этого по центру логотипа уже, да, то есть логотип перенесли вот сюда, например, наверх. И вот эта сеточка тоже достаточно приятно смотрится. Не знаю, на что похоже по дизайну, конечно, но пишите в комментариях, плохие или хорошие мысли. Значит, в целом по корпусу, то есть она сделана уже более такая, ну, не знаю, просиликонная, прорезиненная основа, то есть какой-то софт-тач покрытие, более приятно даже трогать. У А20 это тоже было, но не по всему корпусу. Вот там снизу был такой более пластик, да, и немножко дешево смотрелось. Здесь это сделано по всему корпусу и выглядит, ну, богато, дорого, богато, да, достаточно. Ну и в целом приятно на ощупь, приятно для глаза, да, не какая-то блестяшка, такая матовая поверхность. Вот, очень интересно в этом плане. Так, также изменилась задняя крышка, да, задняя открывашка. Вот, она теперь открывается там не вверх или вниз, да, там, не помню, а именно в бок, то есть вот так вот. При этом тоже достаточно плотно прилегает, если ее закрыть. И сзади убрали кнопку Reset, да, то есть теперь колонку выключить можно только сверху, да. То есть нельзя выключить как бы аварийно. Вот. И самое главное, да, новшество, здесь добавили режим Bass Boost. Это на самом деле тот же эквалайзер, что на других моделях. Как бы звук меняется 3 раза, да, то есть есть обычный режим, нормальный, да, достаточно басово, четко играет колонка. Есть второй режим, уже более приглушенный. И есть третий режим, где выходит верха на первый план, да, и колонка становится более громкой, да, ну, я называю уличный режим. Вот, а во втором режиме, наоборот, колонка становится менее громкой, но более басовой, то есть слышны более глубокие звуки, вот. Ну, послушайте вживую, оцените сами. Вот это основные изменения. По характеристикам в целом она одинакова с А20, но звучит, на мой взгляд, звучит, да, гораздо четче, да, интереснее, более
чисто, да, басово, то есть более как-то объемно, то есть, ну, это нужно именно вживую, конечно, послушать, тогда поймете разницу. Вот. Ну и, конечно, этот эквалайзер Bass Boost тоже добавляет такой свой штрих в звуке. Так вот, ну, кратко по функционалу, соответственно, здесь есть Bluetooth, поддерживается флешка, вот я с флешки постоянно музыку ставлю, USB, можно вставить карту памяти microSD, значит, от колонки можно заряжать телефон, можно вставлять провод AUX, то есть через провод чисто подключиться к планшету, там, проектору, не знаю, компьютеру, ноутбуку, то есть к любым устройствам через провод. Нету радио, здесь нет радио, да, в этой модели. Если с радио, то нужно выбирать другую модель. Эту модель чисто за звук. И в целом, по-моему, все. Нет радио в этой модели, да. Если нужна модель с радио, то берите какую-то другую, да. То есть здесь чисто за звук, за басы, вот. И конкретно по звуку, что можно сказать? На мой взгляд, звук за эти деньги просто потрясающий, да, то есть не просто там, а бы какой средний, просто потрясающий. И басы слышно, и объем звучания, да, то есть я, глядя на эту колонку, я не вижу смысла покупать JBL там за 10, 12, там 18 тысяч, это сумасшедшие деньги. То есть, как бы, приезжайте к нам в шоурум, сами оцените, да, послушайте. Вот мы поставим там несколько моделей, там, хоть 3, хоть 5, хоть 10, как скажете, и сами все подключите, послушайте по очереди и выберите то, что вам, ну, понравится, то, что зайдет по звуку. Значит, по спикерфону, не помню, я в комментариях напишу, но эту функцию обычно никто не спрашивает, поэтому я на нее, скажем так, забиваю немножко. По комплектации здесь также идет колонка, провод AUX, провод Type-C и ремешок. Заявлено как ВА 20 по характеристикам, то есть это 55 ватт суммарно, то есть 35 ватт басовый динамик, 20 ватт там высокочастотники, да, и аккумулятор до 4 часов, по-моему, работает, то есть не то, что до 4 часов, playtime 4 часа, вот так вот написано. Конкретно, если Bluetooth, громкость, то будет меньше, если там флешка или потише делать, да, на Bluetooth, или AUX, то будет в среднем там подольше, в районе 4, думаю, больше. Вот. Еще, кстати, про индикацию забыл, вот здесь вот индикация на передних кнопках есть, да, то есть ее сейчас не видно, но там при включении-выключении вот она появляется, видите. А, и самое главное, хорошо, что включил. Вот, теперь колонка обладает уникальным звуком включения. Он действительно достаточно необычный и приятный, и запоминающийся. То есть, когда первый раз слышите, уже будете понимать, что это именно эта колонка. Смотрите, сейчас включу и выключу. Вот такой вот интересный, необычный звук. И вот выключение. Вот еще раз включение. Также такой звук есть, если нажать кнопку коннекта. Вот. И, кстати, да, колонки две можно коннектить между собой. То есть можете две собрать в пару, от одного телефона запустить на обе музыку. Будет просто, не знаю, вынос квартиры там, дачи, бани, то есть где вы находитесь. И колонка достаточно компактная при этом, да, при своем таком мощном басовом звуке, да, то есть ее можно с собой куда-то взять, на плече нести, то есть я считаю, это самый такой универсальный вариант, можно хоть тихо, хоть громко слушать, и везде будет достаточно качественный звук, вот. Так, в общем, сейчас покажу Bass Boost, как это звучит. Надеюсь, видео передаст. Ну, конечно, вживую, если вы послушаете, это будут совсем другие эмоции, совсем другой звук, то есть более насыщенный, громкий. Честно говоря, не понимаю людей, которые выбирают звук по видео, потому что все колонки на видео примерно, ну, одинаково играют, на мой взгляд, да. А вживую абсолютно по-разному. И не то, что они по-разному даже, а еще для каждого человека по-своему. Поэтому, друзья, слушайте колонки в идеале вживую, да, то есть не опирайтесь на что-то мнение, там, в том числе на мое, да, то есть просто вживую послушали и кайфанули или не кайфанули, скажем так. Все, переходим к Bass Boost. Вот, смотрите, Bass Boost, я нажимаю на эту кнопку, и режим меняется. То есть, если один раз пикает, это первый режим, два раза пикает, второй режим, третий раз пикает, третий режим, чтобы понимали. Я не буду останавливать музыку и объяснять, это первый режим, да. То есть, ну, услышите сами на видео, сами поймете. Вот, поехали.
Вот, друзья, вот так играет колонка в трех разных режимах. Но мне кажется, даже на видео слышно, что во втором режиме просто она берет глубину конкретную, да, то есть. Ну, если не слышно, то приезжайте к нам в шоурум. Мы прям подключим хоть там 10, там 20, 30 разных колонок. Сами послушайте, рядом поставите, сравните на своей музыке. То есть и выберите то, что вам понравится, то, что душе угодно, скажем так. Можете заказывать доставку по Москве день в день курьером. Курьер привезет. И вы, соответственно, на месте послушаете, выберете. Некоторые дни мы можем привести там 2-3 модели, например, и вы на месте уже выберете, какая, ну, больше понравится. Вот. И, соответственно, в регионы заказывайте. Мы все проверим, звук, чтобы там не хрипело, там не жужжало что-то, да. Комплектацию полную проверим, да. Подберем более такие, ну, идеальные, не знаю, подарки, если коробки, да. Вот. Все заранее проверим и отправим, и вы получите, и будете кайфовать от вот такой вот классной, бюджетной, при этом басовой и громкой, четкой колонки. Ну да, мое мнение о звуке такое. То есть эта колонка вообще среди вот таких портативных такого размера абсолютно цена-качество, во-первых, да. Во-вторых, реально басовая, четко играет, четче, на мой взгляд, чем А20 в том числе. Вот. Даже в каких-то моментах чище. И при этом громкости хватит даже для небольшой компании на улицу, да. То есть, конечно, если вы хотите там вечеринку, там, не знаю, на 20 человек, на огромный пляж, то это, наверное, не совсем тот уровень громкости, да. Но так вот в компании посидеть, конечно, там, в машине где-то взять для каких-то офлайн точек, то есть, если у вас там, не знаю, кафе, ресторан, там, пиццерии, что-то, то есть, где можно включить музыку клиентам или там работникам, то это тоже 100% вариант. Вот. И эти колонки, как правило, самые надежные, да. Во-первых, разъем Type-C, во-вторых, в целом, то есть, фактически никогда брак не возникает. Ну и плюс мы еще от себя даем гарантию 1 год. То есть там не 2 недели, да, там не месяц. Вот. Но мы уверены, они очень надежные. Вот. Поэтому, друзья, звоните, пишите, приезжайте к нам. Всем будем рады. А так все, слушайте классную музыку и не переплачивайте за дорогие колонки. Все, звоните.